Вперед. Угу. Всем доброго времени суток, особенно тем именно времени суток, а не вечера, тем, кто смотрит потом. Давайте сегодня поговорим, сделаем, скажем так, небольшой шаг назад и будем говорить не сразу про модулярные формы, а будем говорить про решетки и про p-функции Вейерштрасса. Оказывается, итак, сегодня комплексного умножения. Давайте я коротко напомню, что у нас было в прошлый раз. В прошлый раз мы обсуждали значение такой штуки йота тау, которая порождает все модулярные функции относительно SL2Z. И мы установили, что если тау — это квадратичная иррациональность, то йод от тау — это алгебраическое число. И более того, это число не только алгебраическое, но еще и алгебраическое целое число. Дальше сразу возникает вопрос, а вот мы еще на самой первой лекции анонсировали, что йод от минус 1 плюс корень из минус 163 пополам — это не просто